Благодарение Господу. Дорогие друзья, у нас сейчас будет церковная молитва. У нас сегодня тематическая молитва. Но мы так, знаете, было предложено, чтобы разграничить. Первая молитва будет о родителях. Вторая у нас будет, Денис говорит слово и призовет нас к молитве о молодежи нашей, о детях наших. А вот у меня направлена будет мысль для молитвы о семьях наших христианских, о родителях. В основании я желаю прочитать место Священного Писания, которое записал апостол Павел к церкви Ефесянам, 5 глава, 15-16 стихи. Ефесянам 5, 15-16. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Здесь апостол Павел в этой главе пишет о новой жизни тех, которые Христу принадлежат, о детях Божиих, которые жизнь свою посвятили за Господом. И он здесь дает предупреждение. Есть опасность, есть осторожность, призывает нас к бодрствованию. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. На прошлой неделе у нас была молодежная конференция. И сестры, и братья, которые на кухне были, и смотрели, говорит, мы не видим ту молодежь, которая была. Молодежь обновилась. Та молодежь, которая была несколько лет тому назад, они уже создали семьи, а это дети подросли и стали молодежью. Новые лица. Когда брат, который вел конференцию, спросил, кто из вас первый раз на конференции? Вилли Снежок самый первый поднял руку. Растет молодежь наша, дети наши растут. Так быстро! Да, так быстро. Рождаются детки, мы ждем, когда же они подрастут, ну хоть когда же с рук слезут. Чуть-чуть подросли, школа их забрала. С утра и до вечера. Нас в 7 лет школа забирала, а здесь с 5 лет. И вы замечаете, сколько много школа берет на себя от наших детей? Насколько много школа забирает детей из семьи? Это я был у дочери на этой неделе, и она, там открыточка, знаете, такое приходит со школ, пришла открыточка такая, предлагают, детей приглашают sleepover в школу, а для родителей free night. Вау, как классно! И детей приглашают с preschool и весь elementary school. Вот таких малышей всю ночь они будут в школе. А зачем? Скажите, point, зачем учителя хотят детей взять с семьи в школу и родителям дать free night, чтобы вы одни побыли? Они очень любят наших детей, поэтому они хотят взять. Я не поверю. Никто не любит ваших детей больше, чем вы, мама и папа. Никто не любит моих детей так, как я их люблю. Никто не позаботится о них так, как вы позаботитесь о своих детях. Простой тогда ответ. Один брат, который возит водителям на school bus, он говорит, мы стараемся... Вот есть после школы там филдшреп, там и какие-то мероприятия, и часы набираем, ну, чтобы заработать больше. И этот ответ для меня устраивает, и учителя также, чтобы и детей приглашают. А зачем они приглашают детей из семьи? Ведь в это время будет вкладываться в их сердечки с 5 лет и выше. А что будет вкладываться? Я не против образования. Образование необходимо для детей. Я против, когда в воспитание детей вмешиваются другие, даже школа. Я не хочу сказать, что преподаватели плохие. Нет, в жизни моей, в формировании моей, в выборе профессии были учителя, которые помогли, и это благо, это все нормально. Но хотя образование – это есть часть воспитания тоже. В воспитании должна участвовать семья. Родители должны вкладывать в сердца детские.
А вы знаете, как детям будет прекрасно там? Я верю, что детям очень понравится слип-овер в школе. Я знаю, что это потом опять захочется. И опять, и до самого молодого возраста. Вы знаете, мне не нравится, когда в формирование нашего подсознания вмешиваются со стороны. Оно формируется не отсюда, а из системы, которая управляет этим миром. А кто сказал, что дети мешают родителям? Что родителям надо дать free night? А кто сказал, что родители желают, чтобы дети пошли хоть куда с ночевкой, лишь бы не дома? Зачем вы вкладываете в подсознание это? Я против этого. Дети должны быть в семье. Я за то, когда молодым родителям дать свободный вечер, свободный день, куда-то поездку. Но я за то, чтобы в этом участвовали прародители. Дедушки и бабушки, мы могли бы детям своим предоставить какой-то день отдыха, может, какой-то юбилей, чтобы они могли куда-то поехать, а детей взять к себе домой, не в школу отпустить. Им там понравится, поверьте, им понравится там. Но это принесет благо или нет? А почему после школы столько много мероприятий предлагается? И спортивные мероприятия. Я не против спорта. Но вы замечаете, когда вы едете, если по 45-й сюда в церковь, то в воскресный день там состязания спортивные. А зачем вы детей забираете у нас с семьи и забираете из церкви? Это у нас еще в Киргизии мы были в одной церкви, благословенный брат Виктор Тамазович, он уже в возрасте преклонного, за 80 ему. Знаете, он, я запомнил, говорил, это я еще молодым был, из своей жизни. У него большая семья, у него четверо старших сыновей, они крепкие, спортивные ребята такие. И он говорит, я их приобщил к спорту, к футболу. И это очень, ну как, они были прогрессивные в этом. И там, где они жили, в районе, там спортивная футбольная команда была, и без них не обходились. И говорит, знаете, прошли годы, я потом пожалел. Двоих сыновей мир увлек. И они не в церковь пошли, а они на футбольное поле приобщились и приклеились. Здесь апостол Павел говорит, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Знаете, умные люди учатся на своих ошибках, а мудрые, я думаю, учатся на ошибках чужих. И вот если этот брат старец сказал, теперь он старец, о своей жизни, когда он допустил какую-то ошибку, которую пожалел он. Зачем нам поступать так же? Я не против спорта, но у нас есть даже спортивная площадка в церкви. Почему мы должны отдавать куда-то их? Давайте мы здесь будем проводить с ними. Знаете, у меня идея хорошая. Давайте мы слип-овер сделаем здесь для детей. А почему нет? Когда наши преподаватели, наши сестры, наши братья смогут здесь, и они проводили, и с подростками, иметь занятие какое-то, иметь беседу, иметь молитву, иметь и футбольное состязание, и все, а потом остаться здесь, под покровом дома, под благословением. Почему мы не можем в церкви собраться? Мы можем собраться в любое время, вы знаете, любые ваши идеи. Если у вас есть идея собрать девочек и научить их какие-то делать национальные блюда здесь, и они вместе будут, и учиться будут, и это будет часть воспитания. Я знаю, что когда моя жена приглашала девочек домой, с ночевкой, они могли и печь печенье, и готовить. Это так радостно было, и голова в муке, и лицо в муке. Но это благо, когда бабушка может потом и побеседовать с ними, и в такой простой обстановке какую-то историю рассказать, и помолиться вместе. И они могут лечь спать и поговорить с собой до ночи. Это очень прекрасно. Это прекрасно. Я за то. Дети растут, они очень быстро. Я знаю, наши друзья, которые сидят в доме молитвы, у них внучок младшенький, когда чуть-чуть устанет во время собрания, прибежит, между ними сядет, и так ему хорошо. С сумочки конфетку бабушка даст,
И он то на одно плечо облокотится, на второе. Я знаю, что они дорожат этим. Сколько лет еще пройдет такого? Старшенький внучок уже не прикладается к плечу к бабушкиным и дедушкам. Он уже прикладается к папиной машине. Время проходит быстро. Дорожите временем, дорогие друзья. Когда дети растут с нами, они в доме, это быстро время пройдет. Дорожите временем и старайтесь в это время вложить все возможное, все доброе, то, что Господь оставил для нас, то, что мы сами пережили, тот опыт, который мы имели, передать. Дедушки, бабушки, дети недолго будут преклоняться к нам на плечо. Дорожите временем. Время лукавое, оно быстро пройдет. А время лукавое, значит, обманчивое. Это то, что предлагает нам мир. Моя жена работает, и одна женщина говорит, которая она работает, о, дети с колледжа приезжают домой на каникулы. Это для нее такое тяжелое время, когда дети. Когда дети родные, 15, 16, 17 лет приезжают домой с колледжа, это самое тяжелое время. Как мир обманул, когда он успел вот сюда в подсознание вложить, что дети, они мешают родителям. Как мир успел вложить, что дети мешают маме. Ей мешают профессию получить, а если она получила, ей реализовать себя в профессии. Дорогие сестры, помните, на вашей свадьбе пели «Тебе дано быть матерью живущих, тебе дано быть любящей женой». Это не только красивый гимн, это слова и мысль, взятая из Писания. Назовите профессию лучшую, нежели мама, которая дала ребенку жизнь и воспитание. Это самая высшая профессия. За нее вы получите награду в вечности. А вот за профессию, которую вы получаете, я не против образования, не против прекрасной профессии, это очень важно. Но самое важное – это дети наши, о которых мы сегодня будем молиться. А сегодня, папа и мамы, помолимся и о себе. И будем дорожить временем. Дети, которые нам даны, маленькие, когда они на руках еще, это дорогое время, это короткое время, оно быстро пройдет. Дорожите временем этим. Дети, когда еще с нами, и когда они еще к бабушке и дедушке тянутся, дорожите этим временем, оно быстро пройдет. И старайтесь в это время посеять благодатное. Кто был в пятницу, Николай Александрович вел разбор деяний апостолов, и он так плавно, так прекрасно перешел на тему воспитания. И я абсолютно согласен, что не школа общеобразовательная, даже христианская школа, наша воскресная школа, русская школа, которая у нас в церкви есть, это прекрасно. И там наши... И я доверяю им. Наши преподаватели Русской воскресной школы – это наши братья и сестры. Подчас еще есть те, которые не члены церкви, молодые помогают. А вот для этого у нас и образовано, или организовано, Денис проводит занятия, курс занятий с молодыми проповедниками, с преподавателями Русской воскресной школы. Я бы еще дополнил от сердца, и те, кто в лагере лидеры и помощниками лидеры были и желают быть, они тоже там должны быть, чтобы пройти эти курсы обучения, необходимые познания Господа в том, что мы уверовали, чтобы передать. И это благо. Но даже не церковь с Русской воскресной школы ответственна за воспитание, а ты и я, дорогие папа и мама, мы ответственны пред Господом за воспитание наших детей. Образование, оно помогает. Церковь все усилия прилагает, чтобы помочь в воспитании. Дедушки и бабушки, они помогают в воспитании. Но ответственным пред Господом, дорогие папа и мама, вы за своих детей. Пусть Господь в этом будет благословением. Если у вас есть идеи, любые, распространения служения в нашей церкви, в работе с детьми, с мальчиками, с девочками, спортивных мероприятий, на кухне, любых мероприятий, подойдите к пастору, поделите свои идеи. Мы готовы и открыты к тому, чтобы расположить и добавить в наше богослужение, наше общение, чтобы это помогло в воспитании наших детей. Время коротко, время лукавое.
смотрите, чтобы мир не увлек детей. Я по своей работе вечером бываю в городе, вожу на автобусе. И знаете, многие говорят, что experience колледжа, он так он полезен для формирования человека. Знаете, там сколько мир обманул и захватил. Папа и мама заплатили деньги большие за детей, которых отправили в колледж, и они учатся. Но многие в ночное время, они не учатся, а стремятся в Содом. Сохрани, Господь, нас. Сколько осталось вашим детям еще быть в вашей семье? Знаете, когда брат у нас был, и это послужило благом для меня, он математику включил. Если мы говорим, жизнь человека 60, 70, при большей крепости 80. Дедушки и бабушки, сколько вам лет осталось послужить вашим детям и внукам? Посчитайте. И, может быть, что-то нужно на второе место поставить, а на первое – вот приоритеты. Дорогие родители, сколько вашим детям возраст? Если ваша доченька подрастает, мы не удивляемся, если 18-19 она здесь стоит в белой фате. Сколько лет осталось вашей доченьке в вашем доме еще жить? Дорожите временем. Наши мальчики, когда 16 исполняется, они уже получают лайсенс. И они уже самостоятельно ездят на машине. На собрание, на спевку, на разборы, на конференции. И они с семьи нашей уже выходят. Сколько лет еще вашему сыну жить в вашей семье? Дорожите временем. Дорожите время. Время лукавое. Апостол Бог через Моисея, он обращаясь, говорит, «И да будут слова сии, которые он оставил, которые я заповедал тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязка на глазах твоих, и напиши их на косяках дома твоего, и на воротах твоих». В смысле, во всей жизни твоей старайся во время благодатное, во время, когда мы сидим вместе, когда общаемся вместе, когда едем вместе, когда идем вместе, когда находимся вместе, находить это время и передавать слова, которые оставил апостол Павел, которые поставил Бог, движимый Духом Святым. Апостол Павел, говоря о времени, он позже скажет своему возлюбленному сыну, Тимофею. И он скажет, «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, как важно то, что мы слышали, то, что мы имеем опыт в своей жизни, передать детям нашим». И как мудрости достичь? И потом он говорит во втором послании, 3 глава, 15 стих, «Притом ты, Тимофей, из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса, который ты с детства знаешь». Дорогие братья и сестры, будем дорожить временем, чтобы дети наши с детства знали священные писания, которые в любом возрасте могут нас умудрить поступать осторожно, дорожа временем, потому что дни лукавые. Пусть Господь будет для нас благословением. Все мероприятия, которые в нашей церкви образуются или проводятся, чтобы они были благодатью для всей нашей церкви. Мне приятно было в пятницу, когда я пришел, весь дом молитвы кипит. Там дети в воскресной школе, тут родители, тут разбор слова проводится. Знаете, я уже не так мало в церкви нахожусь, но я не слышал высшего уровня, извините меня, проведение разбора слова, которое у нас проходит. И для меня иногда удивительно, ну, братья и сестры, где вы? Если на работе, это Бог знает. Но если вы дома остаетесь по беспечности, это неправильно пред Богом. Это неблагодатно для вас. Прийти, и это вы благодать получите. Слово, которое преподается, оно настолько богато, оно живо, оно действенно, оно важно, оно может нас умудрить в следовании нашим за Господом. Во вторник, когда у нас происходит
Русская школа, разбор по возрастам. Там, где не только можно слышать, а можно и задать любой вопрос, и получить ответ на него, иметь такую дискуссию в простой обстановке. Насколько благо, насколько выше, я не знаю, бывает ли где-то лучше. Дорогие братья и сестры, будем не только приводить детей наших, и приходить сами, и вместе с детьми нашими, с родителями нашими, всей семьей пребывать у престола благодати, где слово проповедуется, где слово изъясняется, и оно сильно умудрит нас. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа времени, потому что дни лукавые. Аминь. Помолимся, братья и сестры.